Здравствуйте, дорогие друзья! Еще раз. Спасибо вам. Прежде всего, хочу сказать спасибо, что все пришли. Нас не очень много, но, тем не менее, для нас очень ценно, что вы сегодня здесь. Спасибо вам за это. Я бы хотел немножко рассказать про ребят, которые стоят частично, стоят за спиной у меня, частично сбоку. Мы познакомились не так давно, кстати. Мы познакомились в марте этого года. У меня был концерт в Киеве, и по интернету мы списались. Я понял, что есть вот такие хорошие музыканты в Киеве. Вот мы списались и решили сыграть концерт вместе. Мы сыграли концерт, он был весьма успешен. Вот, и мы очень подружились, и нам безумно понравилось играть друг с другом. Мы записали несколько видео. Наверняка кто-то из вас видел то, что я выкладывал ВКонтакте. Это как раз вот с той мартовской поездки, те два видео. Вот. Сейчас мы играем в коллективе Батырхана Шукенова. Сегодня мы, кстати, прилетели из Астаны. Не так давно, должны были прилететь совсем рано утром, но рейс задержали на 6 часов. И вообще спасибо все-таки Трансаэро, что мы все-таки прилетели, на самом деле. Потому что мы не были уверены в этом с самого утра. Мы давно довольно не спали, но чувствуем большую подпитку от вас. Поэтому мы все-таки будем играть сегодня. И будем играть очень бодро, энергично. Я хотел бы представить этих замечательных ребят, моих друзей. Это Евгений Уваров на гитаре. Музыку, которую мы будем сегодня исполнять, написал именно он. Музыка вам понравится, я в этом уверен. Мне очень нравится. Это, не знаю, нуждается ли данный молодой человек в представлении. Это мой любимый пианист в Москве, Валерий Степанов. И потрясающий барабанщик Максим Кондратенко. И, кстати, вот что я хотел сказать. Спасибо вам, друзья. Вот этому столику спасибо. А знаете за что? За то, что они приехали специально на этот концерт из Набережных Челнов. Это респект вообще. Спасибо вам огромное, друзья. Мы начинаем нашу программу. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
данной музыки. Борис Степанов. Максим Степаченко. Хочу сказать, что ребята пока живут в Киеве. И вот такие концерты, как сегодняшний, кстати, он первый этим составом в Москве. Вот что у нас сегодня. У нас сегодня дебют. Вот. Такие концерты, к сожалению, будут очень редко. И, наверное, отчасти вам повезло, что вы послушали этих ребят сегодня здесь, в Москве, потому что живут они в Киеве. Но я сделаю все возможное, чтобы они переехали, и мы играли чаще. Спасибо вам большое. Мы постараемся еще сделать концерт как можно скорее. Спасибо. А вы позволите сделать такой немножко лукавый ход и сыграть композицию, которую мы уже играли в самом начале, для вновь прибывших? Потому что пришли некоторые люди, для них хотелось бы сыграть. Вот, например, пришла моя замечательная подруга Вера. Вот для нее я хотел бы, пожалуйста, для нее я хотел бы исполнить эту композицию. И мы ее исполним сейчас. Спасибо.
точно все. Спасибо большое, что пришли. Антон Дальянский.